Кто сказал, что на отдыхе сложно выглядеть как леди? Легкое воздушное платье, элегантный наряд и для пляжа, и для выхода в свет. Фасон платья будет простым и очень удобным. В основе кроя прямоугольник. Всего лишь два боковых шва. Талию соберем на резинку и сделаем красивый воротник. Лодочка. Такое платье подойдет для любой фигуры. Чем тоньше будет ткань, тем лучше. Для платья я рекомендую полупрозрачный шифон с ультрамодным в этом сезоне рисунком в крупный горох. Ткань прекрасно драпируется и подчеркнет все достоинства фигуры. Возьмем 3 метра ткани шириной 140 сантиметров. Складываем отрез в 4 раза. Раскроить такое платье проще простого. В углу рисуем горловину лодочка. И вырезаем. От верхнего сгиба оставляем по 15 сантиметров. Это будут отверстия для рук. Оставшаяся длина – это и будут боковые швы. Прошиваем их. Шов разутюживаем. И прошиваем еще раз. Подшиваем подол платья. Чуть ниже уровня талии сделаем пояс кулиску. Работать с шифоном достаточно сложно. Ткань постоянно выскальзывает из рук. Поэтому, чтобы кулиска получилась идеально ровная, мы сделаем ее из тонкого батиста. Вырезаем 2 полоски шириной 5 сантиметров. Пришиваем их к платью с изнанки. Делаем строчку посередине. Теперь измеряем обхват талии. По мерке отрезаем 2 резинки и продеваем их в кулиски. Осталось оформить горловину. Все, что нужно, вырезать полоску по косой, сложить ее, пришить, подвернуть и прострочить еще раз. Вот и новое платье. В нем можно отправиться на пляж, а на обратном пути пробежаться по летним распродажам. Ольга Никишичева, Вячеслав Евдокимов, Первый канал.